Новая реальность, новая реальность. Доброе утро. Как я вам сочувствую, что закончились каникулы? Но ничего страшного, для игр всегда можно найти время. Мы не стоим на месте и движемся дальше. Сегодняшняя наша встреча, как обычно, полна полезной и интересной информации. Короче, любители гонок, надевайте свои шлемы. Потому что именно сейчас я расскажу о игрушке Wipeout XL, как всегда от торгового дома Time в формате Sony PlayStation. Wipeout — это антигравитационные гонки на летающих аппаратах, которые могут проходить либо в режиме яростной борьбы со временем, либо в аркадном режиме. Для начала вам предлагается всего 6 трасс, легкие и не очень. На 6-й я парился очень долго. Чтобы вы не мучились, сразу же даю вам подсказку. Код доступа к режиму Challenge 2. Вам требуется ввести следующую комбинацию в опции Password. Вот вы и в режиме Challenge 2. Интереснейшие виды оружия помогут вам выйти победителем в схватках 12 гонщиков. Ваши корабли будут оснащены плазменными пушками, громовыми бомбами и даже автопилотами. Кроме того, на ваших кораблях устанавливается защита от огня противника и столкновений. Только угроза слететь с трассы в космос способна доставить вам неприятности. Но, конечно, главный ваш противник — время. Если не успеваете вовремя пройти какой-нибудь контрольный пункт, придется заново проходить эту трассу. Напряжение гонки усиливается великолепным музыкальным сопровождением. Представьте, как приятно порассекать на ракете под музоны Prodigy и Chemical Brothers. Четкий, словно железный голос информирует о последних событиях на трассе. Яркая выразительная графика буквально не дает оторваться от экрана. Отлично выглядят все гоночные корабли. Наконец, масса звуковых и зрительных эффектов, убийственные взрывы ракет, языки пламени, взрывающиеся из моторов, дополняют внешние достоинства игры. Но что касается самого игрового действия, вам обеспечен соблазн засидеться до утра, сжимая в руках джойстик, и провести так не одну ночь. А сейчас, внимание, вопрос. Как называется класс, в который вы попадаете, пройдя все трассы? Тот, кто правильно ответит, получит диск от торгового дома Time Grid Runner. О неслабых и опасных похождениях в других галактиках. Ну все, пока.